Всем привет! На связи Холли Шоп и я, бьюти-консультант московского пространства Ангелина. Сегодня мы с вами поговорим о формате средства, которое стало настоящим трендом не только в Южной Корее, но и в России, Европе и Америке. Это формат стиков. В чем же популярность этого средства? Его компактность и удобство в первую очередь. Он поместится в любую сумочку, его можно взять в любую поездку, на уикенд или же на отдых. Второй его плюс – это многофункциональность. Заменяет сыворотку, крем, маску для губ, либо же крем для век и станет отличным решением для бьюти-минималистов. Для знакомства с форматом обратите внимание на стики от корейского бренда Medipil. Каждый из них отлично подходит для борьбы с признаками старения. В составе всех трех вариантов присутствуют комплексы пептидов. Меластик пептид 9 это окажет и антивозрастное, и осветляющее действие. Вортекс поработает на интенсивный лифтинг эффекта омоложения. И стик с глутатионом на выравнивание тона и борьбу с пигментацией. Конечно же, в рамках этого обзора не могу оставить без внимания коллагеновый стик от Manu, который помимо увлажняющего, питательного и антивозрастного действия отлично поработает на выравнивание тона кожи и будет мягко осветлять пигментацию. Стик относится к веганской косметике, поэтому если вы приверженец данных продуктов, он идеально подойдет для вас. Не пугайтесь, если вы увидите коллаген в составе, он здесь является растительным, но при этом не снижает общую эффективность средства. Наибольшую популярность приобрели именно солнцезащитные стики. Они удобны для обновления SPF защиты в течение дня, помещаются в любую сумочку, их использовать можно даже поверх макияжа. Отвечу сразу на самый популярный вопрос, можно ли их использовать как самостоятельное защитное средство от солнышка. Да, но оговорюсь, наносим их в 3-4 слоя для обеспечения максимальной защиты. Абсолютные хиты продаж и первое место во всех рейтингах в соцсетях, безусловно, делят стики от брендов Beauty of Joseon и Isntree. Оба прекрасно подойдут для всех типов кожи, в том числе для жирной. Средства имеют невесомое покрытие и не оставляют неприятных ощущений, даже если наносить их поверх макияжа. Для возрастной же кожи идеально подойдет санскрин с пептидным комплексом от бренда Medipil. Помимо того, что он защитит вас от ультрафиолетового излучения, он окажет омолаживающее воздействие. На связи была Ангелина, надеюсь, видео было для вас полезным. Пишите в комментариях, использовали ли вы косметику в стиках и понравился ли вам такой формат. До встречи!